Ну вот, дорогие мои, вот такая куча носков у меня есть на сегодняшний день. Всем привет! Всех рада вас видеть у себя на канале. Сегодня хочу вам показать все свои носки, которые у меня есть в запасе. Покажу, что смогу, вспомню, расскажу. Хочу просто вам показать, чтобы вы посмотрели, какими узорами были связаны, жаккардом или просто что-то там интересное. Возможно, вы для себя возьмете на заметку и вам что-то понравится. На какие-то носки есть, на какие-то узоры есть мастер-классы. Вот вы потом, значит, вдохновитесь и тоже захотите себе связать именно такие носки, такими узорами. Это не похвастушки, это просто я делюсь своими работами для того, чтобы, в общем, для того, чтобы вы тоже могли посмотреть и, вдохновившись моими работами, связать себе носки еще лучше, чем у меня. В общем, кому интересно, пожалуйста, присаживайтесь. У меня здесь около 20 пар носков. Поэтому буду показывать, наверное, быстро, что смогу, расскажу, а вы смотрите внимательнее. Не забудьте оставить свои комментарии, лайки, подписки, ну, в общем, и все тому подобное. Если кому-то понравится какой-то носок, узор на этом носке, можете поставить на паузу или можете поставить на замедленное воспроизведение видео. Там есть такая шестереночка и есть скорость воспроизведения видео, то есть чтобы замедленно посмотреть, или поставьте на паузу и посмотрите повнимательнее. На какие носки есть мастер-класс, на какой узор, я тоже постараюсь потом вспомнить и оставить вам ссылочку. Но в основном здесь это все жаккардом вязано, но все-таки, если вспомню, значит поставлю. Если нет, напишите, я буду в курсе и постараюсь ответить на ваши вопросы. И еще один момент, отвлекусь и потом уже начнем. Значит, у кого не работает YouTube, сейчас что-то все жалуются, тоси-боси, там что-то замедляется, не работает. Пожалуйста, у меня есть ссылочка на Яндекс.Дзен под видео. Пожалуйста, нажмите кнопочку там еще, опуститесь немножко вниз и найдите канал Яндекс.Дзен. Можете туда заходить, подписаться, и тогда вы уже меня точно не потеряете. Ну все, начнем. Начну я со следков. Вот такие следочки. Так, вот эти вот три пары следков у меня осталось с прошлого года. Я их вязала штук 10, наверное, этих следков, но все они ушли, а вот остались две пары. Но я как-то знаю, вообще у меня носки, знаете, почему еще остались? Потому что я их убрала в коробку и поставила на верхнюю полку, чтобы не мешались, а ну так они у меня и застряли. Так, в общем, вот такие следочки у меня остались. Это следки с вышивкой. Сразу скажу, на такие следки, как я вязала, такие именно следки, это передняя часть и потом вся остальная часть. Есть мастер-класс. Мастер-класс называется «Следки попетельно от А до Я». Это вышивка. Вышивка иглой. Здесь я уже сама импровизировала и вышивала. Вот такие. Были и другие следки, очень тоже красивые. Их сразу позабирали, купили. А это я не знаю, то ли не купили, то ли я их потом довязывала. Не помню. Это было в декабре, в январе, когда я распродавала свои носки, следки. А вот когда вязала эти, я уже не помню, честно говоря. Но вот в запасе пока есть вот такие следки. На них есть мастер-класс. Здесь акрил в две нити в 100 граммах 500 метров, по-моему. Я в две нити вязала, все спицами. Здесь это крючок, это спицы. Здесь вот эта нить сначала отдельно вяжется, вот эта вот часть крючком, потом я присоединяю нитку
и вяжу без отрыва. Ну, если хотите менять, значит, оторвать надо. Если менять не хотите, значит, отрывать не надо. И уже потом без отрыва нити подошва. Здесь удлиняем, закрываем, набираем манжету и довязываем. Все, девочки, много говорить не буду, просто показываю. Вот такие вот слитки. Это по мастер-классу одной мастерицы с YouTube. Честно говоря, не помню, как ее канал называется, но я в прошлом году тоже вязала много слитков по ее мастер-классу, вам показывала. Вот, тоже уже тех слитков нету. Так, эти слитки я связала недавно, тоже по такому же принципу, как и предыдущие. То есть сначала вязала эту часть, затем здесь все надвязывала. Вот такие следочки. Но это меньше размер. Это уже как бы типа детские, где-то на маленькую ножку. Тоже вышивку сделала. Вышивка это как бы для души. Так, все, со слитками закончено. Всего 4 пары слитков, мало. Надо будет еще. Так, давайте тогда еще начнем детские носочки или носки маленького размера. Так, какие с прошлого года я вам скажу, какие в этом году связала, тоже скажу, потому что которые я в этом году носки вязала, я вам показывала. Так, значит, вот такие носочки жаккардом. Это прошлогодние носки. Здесь такой незамысловатый узор жаккард. Вот, можете просто остановить, зарисовать, посмотреть. Пяточка здесь у меня круглая. Вот. Вязала от мыска. Да, вязала от мыска. Набор. По краям прибавки. Ну и потом узор. Пятка. Круглая закрывала. Дальше поголенок и резинка. Вот такие носочки. Не буду говорить, какая пряжа. Естественно, здесь вся полушерсть, шерстяная. Может, акрил добавлен. Просто вам покажу, какие узоры у меня на носках. Следующие носки. Вот такие. Тоже детские, маленького размера. На этот узор, на эти носки есть мастер-класс. Как вязать вот эти носочки. Именно вот на этих носках я показывала мастер-класс. Здесь на подошве так. А на лицевой стороне, вот на тыльной стороне, вот узором. Вот такие вот красивые носочки. Так, эти носочки у меня связаны в этом году. Я их уже показывала, но все-таки здесь основная пряжа секционная, называется Garnard, нет, вру, Naka Marvel Petit. Плюс добавочная нитка Alize Gold Simli, ну, которая блестит. В общем, и здесь комбинированная. Здесь уже никакого рисунка нету, просто были остатки пряжи. Но я решила их скомбинировать таким образом и связать носочки. Вот. Такие носки. Тоже маленького размера. Я считаю, что это детские. Здесь узор елочка. Комбинированная пряжа с добавлением Real 40. Батик. Вот то, что вы видите, вот это зеленое, оранжевое. Это батик. Реал 40. Основная нитка желтая. Вот такой вот. На такие носки, на узор таких носков есть мастер-класс. Так и называется. Носки в елочку или несонь, или узор зигзаг. Что-то такое. Так, это значит продолжение тех носочков, где пряжа Naka Marvel Petit. Ну, она у меня закончилась. Здесь просто скомбинировала таким образом и решила немножко включить фантазию и, связав вот такие из остатков уже
пряжи такой вот цветочек с бусинкой пришить на мысочек. Можно где-то сбоку пришить, допустим, для девочки, для ребенка. Но это уже, девочки, ваша фантазия. Так, ну здесь уже чуть-чуть побольше. Эти носки я вязала в этом году. Это жаккард. Узор такой вот снежинки. Если кому-то понравился узор, и вы хотите его, ну, как бы, тоже себе в копилочку, напишите. Я постараюсь выставить в сообществе или в Яндекс.Дзен этот схему к этим носкам. Так, следующие носки тоже, ну, как бы, маленького размера. Ну, они уже, как бы, более, так, где-то на 35-й, наверное. Так, эти носки я вязала в прошлом году. С Пинтереса я видела эти носки, увидела и там нашла схему. И вот по схеме с Пинтереса я вязала. Значит, здесь комбинированная пряжа идет, жаккард. Потом вот здесь вот сбоку такая вот косичка. Да? Ну и дальше вот тоже здесь вот такой жаккард. Пинтересе. Нашла в Пинтересе. Вот такие носки. Вот видите, тут получается косичка одна с левой стороны косичка идет, а другая косичка с правой стороны идет. Ну, если одеваешь носок, да, то можно запомнить, какой носок у тебя будет правый, какой будет у тебя левый. Вот эта косичка идет. Очень интересный способ вязания. Вот такими ставками, всякими косичками, жаккардом. Интересно, я тогда помню, их вязала взахлёб прям эти носки. Так, поехали дальше. Так, теперь вот такие уже взрослые носки большого размера. Это, значит, прошлогодние носки. Здесь вот такой жаккард. Снежинка. Снежинки можно, между прочим, рассчитать на любое количество петель. То есть, допустим, если вы берете за основу снежинку, вписывается ли она у вас на одну спицу, да, или на общее количество петель, можно просто взять листочек, нарисовать и там уже как-то откорректировать, что-то добавить, что-то прибавить. То есть не боитесь, не бойтесь, вернее, сами рисовать схемы на свое количество петель. Вот это я, по-моему, сама дорабатывала там что-то. Ну, понравилась снежинка. Вот. Пятка здесь усиленная. Клин подъема. В общем, вот такие носки. Две. Дальше. Так, это носки. Тоже жаккард. Называется «Волна». Узор называется «Волна». Это я вязала в прошлом году. Значит, здесь вот эта вот синяя нить, которая идет, это носочная пряжа. Корелиастра, по-моему, называется. Ну, а это такая шерстяная пряжа. У меня коричневый был целый моток. Много было, я ее использовала. В общем, это называется узор «Волна». На них тоже, по-моему, есть мастер-класс. Вот такие вот. Пятка здесь бумеранг. Звездочка. Вот такие носки. Очень красивые, да? Мне нравятся такие, знаете, мужские получились. Ну, вообще-то можно здесь подобрать другой цвет. Здесь можно светлый. Здесь можно яркий. Или серый. Яркий какой-нибудь. Будут вообще обалденные носки. Дальше следующие носки. Это тоже пряжа Карелия Астра. Это вот желтая вот это вот. А здесь узор листья. От начала до конца. Тоже вязала в прошлом году. По-моему, это я уже вязала после Нового года, когда у меня уже носков в запасе не было.
Вот это я потом вот вязала вот это вот. Я специально, по-моему, выписывала даже эту. Да, я вспомнила, я выписывала эту пряжу Карелия Астра и вот экспериментировала. Вот такие носки. Листья. Классный. Надо еще попробовать такой узор. Хорошо смотрится. И носки, главное, плотные получаются. Видите, здесь вот так вот переплетение идет. Толстенькие. И они теплючие, девчонки. Мало того, что Карелия Астра носочная пряжа. Там содержится шерсть. И вот это тоже шерстяная пряжа. Следующие. Тоже жаккард. Здесь узор Мариус. Ну, а здесь такой другой узорчик. Тоже, по-моему, я его сама комбинировала. Именно подбирала под свое количество петель. Пятка бумеранг. Вот такие носки. Коричневые с белым. Смотрится неплохо, правда? Да. Высокое голенище. Ну, вот этот поголенок, вернее, я вот знаете, как вяжу вот эти носки, вот помню, с Мариусом, когда я вязала, у меня до этого еще было несколько пар с узором Мариус, я их на продажу тоже вязала, на заказ, вот 30, если большие мужские носки я вяжу, то у меня вот здесь вот резинка, значит, где-то около 30 рядов получается, плюс вот этот вот узор Мариус, он берет тоже около 30 рядов. И получается, что сама вот эта вот часть от резинки до пятки, она высокая получается. То есть, вот, чем больше берете вот этот вот узор, количество рядов, тем больше у вас получается вот этот поголенок. В общем, вот так вот. Следующие. Это я вязала в этом году носки. Но здесь не Марио, здесь простой такой ромбик узор. Вот здесь вот узор слабовато видно, потому что у меня закончилась желтая пряжа, я добавила немножко другую. Но ничего, тоже хорошо видно. Пяточка. Так. Еще одни носочки, это прошлогодние. Тоже узор листики. Вот. По-моему, на них у меня тоже есть мастер-класс. Или, во всяком случае, я показывала схему на этот узор. Тоже классный узор. Быстро запоминается. Я помню, я его хорошо вязала. Где-то у меня, по-моему, такие еще носки были. С такими листьями. Может быть, сейчас найдется, или я их продала, не помню. В общем, вот такие носки. Так, еще один заход. Эти носки у меня связаны в этом году. Летом я вязала 8 пар носков. Здесь тоже узор Мариус. Вот здесь немножко он такой тоже. Я его немножко переделала. Да, вот если... Вот здесь тоже Мариус, смотрите, да? Видите разницу по вот этим местам? Вот. Немножко тоже переделывала, чтобы он повыше был, потому что здесь резинка маленькая. И чтобы поголенок был повыше, я несколько рядов здесь переделала под себя. Здесь просто Мариус. И здесь простые носки. Пятка бумеранг. Комбинированная пряжа. Тоже здесь одна нитка Карелия Астра. И плюс еще какая-то добавочная была. Не помню уже, честное слово. Неважно, девчонки. Главное, вы смотрите узоры. Те, которые вам понравятся, выбирайте и тоже свяжите себе. Узор Мариус. Это мужские носки большого размера. Пятка. Здесь узор уже немножко другой. Не Мариус был. Потому что, почему я здесь Мариус не вязала? Здесь нога широкая, мужская. А здесь стопа чуть-чуть поуже. Я делала убавки по одной петле на каждой спице. Поэтому у меня не хватало количества петель. И Мариус сюда не вписывался. Потому что Мариус вяжется на 18 петлях. То есть на одной спице 18 петель. Я вот знаете, как вязала? Здесь по 16 петель на резинку. На одну спицу. Вяжу резинку. Потом, когда выхожу на поголенок, вот на эту часть, я уже по
2 петли добавляю на каждую спицу. Ну, допустим, вот ряд провязала, петлю добавила, потом еще пару рядов, еще петлю. Главное, чтобы вот на Мариусе у меня было 18 петель. Затем я пятку провязываю, делаю клин подъема, вяжу, и вот здесь вот я уже убавляю петли, чтобы здесь немножко носок был поуже, стопа где поуже. И поэтому у меня количество петель другое. Рисунок выбрала другой. В общем, вот такие вот шикарные мужские носки, девчонки. Да, очень красивые. Так, дальше у меня идут... Так, ладно, вот эти еще покажу. Это я тоже в этом году вязала носки. Узор 3 на 1. То есть одна лицевая, 3 изнаночных. Лицевую в первом ряду снимаем. Во втором... Так, значит так, одна лицевая снимаем, 3 изнаночные, лицевую снимаем. Следующий ряд провязываем все по кругу по рисунку, то есть лицевая, 3 изнаночных. А уже в третьем ряду опять первую лицевую снимаем, 3 изнаночных, одну лицевую снимаем. И вот таким образом. Здесь тоже комбинированная пряжа, добавлена реал 40 нитка. И на пятке узор, и на стопе. Подробнее об этих носках я рассказывала в рукодельном блоге, как я их вязала. Там можете еще посмотреть дополнительно. Так, вот это вот носки у меня прошлогодние. Они остались с прошлого года. Здесь вот такой вот узор на 16 петель. Пятка усиленная с добавлением одной ниточки ХБ. Ну, чтобы была пятка поплотнее. Здесь тоже также узорчик. Убавки. Вот такая вот красотень. Желтая на темно-синем. Смотрятся тоже такие вызывающие, как говорится. Так, вот эти вот две пары прошлогодние. Вот это вот и есть узор елочка. Вот на, по-моему, когда я вот эти носки вязала, я снимала МК. Так что можете посмотреть. Здесь просто двойная нитка. То есть одна вот эта синяя нитка, которая вот идет. Здесь одна нитка. То есть две вместе я соединяла. Значит, господи, дай бог памяти, что ж ты из головы-то вылетело. Карелия Астра и плюс Ангора Голд. Да, Ангора Голд, вот это в 100 граммах, который 500 метров идет. Я их вместе соединяла и вязала этот узор, эти носки. Вот елочка или зигзаг, или мессони. Кому как нравится, называйте. Здесь вообще легкотня. Делите свое количество петель. Здесь идет убавка. Здесь идет прибавка. Опять вяжем. Убавка, прибавка в первом ряду. Во втором все по кругу. В третьем ряду опять. Убавка, прибавка, убавка, прибавка. И пошел по кругу. Значит, вот такие вот в синем цвете. И такие же вот в таком пастельных тонах. Это тоже Карелия Астра. С добавлением нитки. То ли Ализе, то ли Тик. То есть Лана Голтик. Не помню. Не помню. Здесь вот видите, пятку я сделала изнаночными петлями, то есть все лицевыми. Чтобы вот такая была. Здесь видите, пяточка лицевыми рядами, да, провязана. А здесь вот она как бы изнаночная. То есть лицевая и изнаночная провязана. Здесь все лицевыми. Пятка бумеранг. Ну, здесь вот такой вот узор. Просто цвет другой. Поэтому вот такой вот получается. А почему бы нет, когда есть вот такая пестрая пряжа, я еще почему эти елочки начала вязать, то есть эти зигзаги, вот эту пряжу можно вязать и по кругу, конечно, но она получается такая полосками, а полоски мне не очень что-то захотелось что-нибудь другого. И вот в результате из вот этой вот пряжи секционной, это же носочная пряжа Карелия Астра, но есть Мака Бохо, там Ализе, вот эта носочная пряжа, разницы нету, та, которая секционная, да, она же все полосками идет. Попробуйте связать елочкой, то есть вот таким зигзагом, как у вас узор ляжет, да?
Да? Не обязательно карелию астру брать. Есть же и другая насущная пряжа, которую вяжешь прямо, и она ложится полосками. А попробуйте елочкой. Может быть, у вас что-то будет интереснее, чем у меня. Так, ну и последние носки. Это тоже прошлогодние носки. Здесь шакард. Различные сочетания узоров. Сочетание пряжи. Какая пряжа, уже не помню. То, что такое полушерсть. Здесь что-то такое блестит. Значит, добавление Ализе Gold Simply с блесками, которые что-то такое, в общем. Вот такие носки. Обалденные. Мне нравится. Такое, знаете, сочетание именно цвета вот этого болотного цвета с красно-белым. Он вообще обалденно смотрится. Носок пятка бумеранг. Когда закрывала вот здесь вот этот бумеранг, я старалась брать именно вот эту коричневую пряжу, да, а меняла вот красно-коричневым, красным-коричневым. А нет, это не бумеранг, девчонки, это не бумеранг. Бру, это не бумеранг. Я, то есть, довязывала вот до этого момента, потом снимала петли, которые предназначены для пятки, на дополнительную нить и вязала дальше. А потом, когда довязала носок, я снимала эту нить, то есть на спице набирала петли, нить убирала и потом закрывала. Вот как здесь сделано. Это не бумеранг. Но, в принципе, здесь можно вязать любую пятку. Это ваше желание, ваша фантазия. Просто я вам показываю. И мысок, вот видите, тоже закрывала таким же способом, таким же образом, вернее, таким же узором, как и на пятке. Вот здесь по краям тоже брала именно, чтобы попадалась коричневая петля. Я ее просто местами меняла. Если она не попадала, то есть здесь же, видите, получается один на один, да? То есть три ряда сначала вот таким образом, потом меняю местами, да, потом три ряда вот так вот. Получается вот как бы заборчик такой, да, вот узор, как-то не знаю, как назвать его. А когда вот здесь начинаешь убавки, если попадала красная петля, то я просто, а сзади была коричневая, да, я их просто вот так местами меняла, то есть, чтобы именно красную петлю вместе провязать, а коричневая оставалась здесь по краю, потому что мы же как две петли убавляем, потом одну провязываем, да, и переходим на следующую спицу. Опять одну здесь провязываем, потом две вместе делаем, да. И вот чтобы вот эта полоска была коричневая, я их, помню, местами меняла. Но я, знаете, я подробнее рассказывала об этих носках, там тоже вот прошлогодние блоги, ну как прошлогодние. Но если полистать по заставкам, может быть, вы найдете. В общем, вот такие вот тоже красивущие носки. Все, девочки, я вам показала, какие у меня носки сейчас есть в наличии. И я надумаю, что мы с этими носками уже больше не встретимся. Мы с ними расстаемся. Что у меня потом будет в остатке в итоге? Я подведу себе итог. Сколько надо будет еще носков вязать? Будем вязать. Ну, а вам всем большое спасибо, что посмотрели. Вдохновились. Я так думаю, что вам тоже захочется связать носки каким-нибудь интересным узором, чтобы не просто так по кругу гонять полосками, а именно что-нибудь такое необычное. Что ж, всем спасибо, всем пока и до следующей встречи. Всех люблю, уважаю, обнимаю и рада за вас, что вы тоже вяжите прекрасные носки. Всем пока!